Соревнования такого высокого уровня проводились на Камчатке в 2019 году. Ранее был у нас такой момент непроведения их 19 лет. Был большой перерыв. И по итогам проведения и оценки высокой проведения мы заявились провести их потом в 2020 году. Мы получили подтверждение, но из-за пандемии были вынуждены их отменить. Далее мы опять подтвердили и заявились на 2021 год и получили положительную оценку по данным соревнованиям. И вот вновь мы их примем здесь, на Камчатке. Ожидается, что приедет 150 спортсменов. Отдельно приедет делегация из 50 тренеров и помощников тренеров. Также у нас приедет на Камчатку 40 судей из других регионов. Всего будет участвовать 75 судей у нас. Вот. При успешном проведении на высоком уровне в этом году этих соревнований мы будем участвовать в дальнейшем, чтобы мы могли здесь провести уже международные соревнования, Кубок Дальнего Востока, Far East.